Еще одну птичку заинтересовала моя большая кружка. Я не знаю, что они в ней находят, но все пытаются понять, что там на дне. Но там ничего нет. Но вот Боня пытается полизать донышко. Ему кажется, что там что-то должно быть. Потому что я постоянно эту кружку беру. Что ты делаешь? Красота! Вот кнопки не нужно есть. Боцик. Боцик. Не надо кушать. Я знаю, что ты можешь оставить меня без кнопок. Не надо так делать. Вот провода. Нет, Бонечка, не надо. Нет, ты ж боишься рук. Он почему-то боится рук. И как я только не пробовала его приучить к рукам, как бы кушает он с рук спокойно, без всякого. Не боится, а вот именно, когда я пытаюсь, чтобы он сел мне на руку или на палец, у нас все, мы сразу убегаем, улетаем, шикаем, да, начинаем шипеть на Иру, открывать клюв. Хотя, в принципе, я его никогда не брала руками специально, вот чтобы он боялся. Но у меня есть подозрение, что когда заводчик ловил его, он сильно его испугал. Боня, что ты делаешь? Он его сильно испугал, и после этого Бонечка боится рук. Вот почему-то у него такой страх. Вот. И вот переубедить я его еще не смогла. Не нужно. Иди он на стенд. На стенде он. Яся сидит. Куча у тебя всяких там игрушек, а ты здесь балуешься. А ему вот интересна техника. Да? И хочется, и страшно. Нет. Не надо, Бонь. Все, давай, беги. Беги. Вот такие вот дела. Это вот любопытный наш клювик такой.